Оставь розетку мне. Мне надо срочно обновить свой блок. У меня заряда еще на несколько часов. Это же ультрабук. Все в порядке. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный ультрабук с ультраемкой батареей. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel. Итак, друзья, ну что ж, всем привет, с вами Slam, это Star серия Star Ladder, мы находимся, естественно, в студии SLTV, ждем замены Куда и того, естественно, того самого долгожданного момента, когда команды наконец-таки зайдут на сервер, сервер может поменяться, поэтому ждем. Ну я в связи с этим в эфир, естественно, сразу же и ворвался, потому что что ждать, если можно поговорить, посидеть, почитать комменты и понаблюдать, рассказать немножко. Итак, друзья, 3D Max, команда, организация, кстати, французская, судя по сайту 3dmax.fr, понятно. Но состав, естественно, совсем не тот. И вот надо попросить сейчас поменять Team Name 1 и Team Name 2, но это придет. Как видим, у нас тут еще боты где-то играют на сервере. Такие вот у нас мрачные пока что расклады. Но команды уже должны были потихонечку заходить. Ну и по составам давайте, наверное, пробежимся сразу же. Да, вот 3D Max, сегодня быстро с ними начали, не смогли их окончательно представить, посмотреть вообще, кто такие. Guardian — это Владислав Ковац, друзья, Пэш, Пип, Марик Кадек и Снейкс, Карл Павлица. Ну вот вместе с Уна там два таких отжигателя, конечно, есть. Ну, в общем-то, это смешанный состав, это Чехии, Словакии, в общем-то, Чехословакии. Если, по сути, разобраться, да, и не вдаваться в детали, то именно все так и выглядит. Ну, Imaginary Gaming, друзья, истинно французский коллектив. Вот недавно влился в ряды Imaginary товарищ Major, он же Engine Купели. MHZ, который играл под ником NGN, это как раз-таки тот самый парень, который к дяде Мите зашел. Зашел, вот, и дядя Митя его не заметил, чувак пошел, дал три минуса в нуле просто. Острайкер, конечно же, это самый, наверное, старый чувак, который играет в Counter-Strike сейчас, да, ему уже 34, и он продолжает, вот был на лане у нас на Старладере, вроде выглядит бодро, твердо. Узи, конечно же, самый, наверное, угар команды Imaginary, и Шокси, Ричард Папилон, вот интервью вы с ним еще могли бы видеть на youtube.com/ssltv, слан финалов, очень четкий тип, и Греми он очень нравится. Но пока что Капер разминается, я смотрю, здесь Кори, Эрик, Хавьер, Бот, и Эриков аж двое. Что весьма интересно, и пока ситуация не ясна, где же все-таки будут проводить эту игру сейчас команды. Но мы по-прежнему в ожидании. Ну, в этот, наверное, неловкий момент можно зайти на Healthwork, например, да, и посмотреть статистику вообще StarLadder, что же на ней у нас интересного такого возникло. Так, Star Series, Stats, ой-ой-ой, вот у меня была где-то ссылка, конечно, с готовой статистикой, но она, наверное, она где-то здесь, и сейчас мы ее
Сейчас мы ее найдем, посмотрим. Да, где же тут статс? Overview статс. Ну что, давайте посмотрим, кто же у нас тут топ-плеер, друзья, на первую, после первой недели, скажем так, да, матча SLTV Star Series. Можно сразу наблюдать Эдварда в топе. 1.76 рейтинг, 1.31 флай, Зевс 1.27. Игроки команды Natus Винсера попадают твердо в топ-3. Zypex 1.23, игрок команды Fnatic. Далее TAS, он же Виктор Войтас, игрок команды ESA Gaming, Dose Fox, Паша, Evil, Ангел. Такой расклад, но Ангел попадает, по крайней мере, в эту строчку. И это весьма, весьма прикольно. Так, и у меня тут Мисага какая-то должна была уже быть. Прилететь, проскочить. Так, черный экран пока перед вами с логотипами команд. Но расскажу, наверное, сейчас о том, что же вообще происходит у нас на пистолетных раундах, что самое интересное, пистолетки показывают, что Glock все еще Glock, и Glock очень-очень нужен. HKPay, HKPay 2000 берут очень-очень редко. Hey Granite 4% и P250 33. Ну, Glock проигрывает, естественно, атака пока что выигрывает. Ну вот, если там посмотреть топ Pistol Round Teams, то за... За несколько матчей SLTV Star Series можно сказать, что свои пистолетки на 100% выигрывают Na'Vi и на 100% выигрывают Fnatic. Russian рулит 50%, ESC полтишочек, 25% Virtus.pro. Опять же, статистики мало, мы видели матчи только на трейне, только на Мираже. Я же жду, когда начнется то самое Inferno, тот самый жесть. Так, Слэм, когда будет камера, придет ли кто-нибудь еще в студию интервьюшку давать? Конечно, придет, камера будет, просто у нас проблема возникла с оборудованием буквально там за полчаса до трансляции. Просто было все настроено, потом это все переставили, короче, как лучше, а оказалось, как всегда, и, в общем-то, вот мы в этом все, друзья. Ну, ничего страшного, не произошло уже, как вы понимаете, и все пока что в порядке. Так, ну, я по-прежнему в ожидании здесь того, когда... Одна минута, по идее. Ну, я попрошу пока что, наверное, мне вписать худ. Это тот же сервер? Сейчас скажут. Просто тут еще, возможно, будет смена сервера. Ну, видим, что здесь 3D Max бегают. Да, давайте поможем. Давайте пока что поможем потащить. Кто там у нас? Оскар, да? Давайте поможем Оскару вытащить, короче, в этой нелегкой схватке. Суперботами. А, так тут можно... А, нет, здесь нельзя так делать. Черт, я еще просто в спектаторах пока что. На самом деле, я уже зашел за КТ. И я готов составить конкуренцию 3D Max'ом. Опа, 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 опа. Так, ну что, сколько у нас денег? 800. Давайте возьмем, наверное, P250, да. Возьмем флешечку и гранатку. И пойдем накинем флешек кому-нибудь. Вот прямо, например. Не, давайте взрывать. Где тут у нас Оскар? Давайте Оскара взрывать. Ой-ой-ой. Ладно, там флеш, я им в ответ тоже флеш дам. И он проскочил у нас. Ой-ой-ой, какой он суровый. Ой-ой-ой-ой-ой, надо крыть ботов. Опс, я убил Снейкса. Это, конечно, смешно. Оп, смотрите здесь. Просто. Ладно, я сыграю за бота. Раз такие расклады. У нас тут боты зааркадили. И чувак, наверное, где-то здесь сейчас прячется. По-любому. По-любому он где-то тут. Ну, в ожидании матча, что нам делать, да? Тут. Ой-ой-ой, Капи нас накрыл вообще. Такой он просто Капи. Так, и бомба у нас встала на тоже интересно или на Б. Ну, в общем, это не важно, потому что мы уже выходим погибать. На погибель. Да, лол, бомбу Б поставили, понимаете? Вот это уровень просто у пацанов. И где он? Непонятно, где, короче, он убил. То ли это КТ было, то ли нет. Но я засейвлю АВП. Я нормальный поц. О, как я его не убил! А-ха, он меня сейчас догонит. Попал по ноге, но и добил. Нормально. На, еще тебе в голову, короче. Чтоб ты вообще. Потороплю парней из 3D Max. Ага, мне дали IP. Мне дали IP, ура, друзья, мне дали IP, и это меня радует. Ну а пока что залипнем снова в составы команд, ладно. Подготовимся, 3D Max, Guardian, PHP, Snakes, конечно же, и...
такс. Я просто ту-ду-ду-ду-ду делаю, я просто выключаю в этот момент микрофон, спрашиваю пароль, и чтобы все было хорошо. Такс. Так, вот я пытаюсь. Да, все. Не. Не пустило меня что-то. Не, пустило со второго раза. Нормально. Нормальный расклад. Итак, здесь у нас стоит трейн. Как я понимаю, команды будут играть трейн, да? Сейчас еще решат, что будут играть. Слушайте, какие-то французы прямо это решить, то решить. Прям как будто вон тут мейджор бегает. Довольный вообще. А по пингу здесь вообще что как? У Imaginary 40, 11 УЗИ. Наверное, какой-то французский сервер или непонятный пока что. Ну да ладно. В любом случае, да, мы на сервере, друзья. Через несколько минут начнется матч. Именно тот самый матч, который нам покажет, насколько команда Imaginary готова к ниндзя в пижамах. После этой встречи Imaginary предстоит еще одна встреча против NIP. И NIP это жесть. Да, or not. Рекорд демо он имел в виду, мне интересно просто. Так, ну что, 3D Max зашли, мы ждем только худо, ждем рестартов, и вроде бы как они сыграют карту именно трейн. Вообще трейн интересно было бы посмотреть, хотя мы видели сегодня на них словаков, да, и они были не в духе. Ну, по крайней мере, не в том самом прекрасном положении, чтобы тащить, как бы, да, чтобы брать раунды, но... Альтернейт их, конечно, хорошо помяли, но игра была такая неравная, было видно, что не готовы играть в атаке Альтернейт, вообще категорически, там один, вот два раунда, и они работали против 3D Max, и на первую половину парням этого хватило, а вот во второй половине там уже была ошибка именно от словаков, потому что там было несколько моментов, когда они должны были просто выигрывать раунд, но... Опять же, тот момент с Оликом, когда он остался 1 в 2, а потом остался 1 на 1, как бы разыгрывать, это была жесть. Так, ну что, здесь сервер Enable, TV Enable 1, сервер Quark. Ура. Так, ну а я, наверное, еще раз выведу логотипы на экраны. Я понимаю, что мы все дожидаемся, карта меняется на Мираж, и все-таки будем смотреть Мираж. Интересно, не видел я от французов еще Миражик нормального. Ну как, мы могли наблюдать от команды Imaginary еще в составе со скримом на лан-финалах против Virtus.pro Мираж, да, но это был такой Мираж еще тот, да, мы все прекрасно помним, что там французы практически не могли ничего сделать, и каждый раунд, там, попытка сыграть быстро под Б заканчивалась врывом Кирилла Карасева в коридор, и последующая доминация трех игроков вражеских была жесткая. Так, ну вот, Go Knives for Veta, и сейчас будут рестарты и выберут команды в сторону. После этого узнаем, кто как. После замены в составе, в принципе, у Imaginary там и раскладов-то как таковых по турнирам серьезных не было. Но я, чтобы уточнить, сейчас, опять же, их матч-хистори краткая. Расскажу, так сказать, да. И давайте посмотрим, что же было у Imaginary до этого. Так, в рамках Raid Call EMS One они 5-16 уступили шведскому миксу Epsilon, который, кстати, стал чемпионом первого Fast Cup. Не то, что Fast Cup, первого турнира от ESL. Все мы прекрасно знаем, что там каждый день, не то, что каждый день, каждую среду и четверг ESL проводит чемпионат. Там призовых $1000, тут, как видим, Шокси. Вот, ну, вот такой вот он Шокси, а. Этот жесткий Шокс. Ну и, в общем-то, там они упали от чемпионов. Потом они обыграли команду GameD, а также в рамках Raid Call EMS One Spring. И убили Dot Pixels на том же EMS. Проиграли в Very Games на Epsilon'е на втором Дедасте. Французский лан, кстати. И там игра была показательная. 11-16 уступили и проиграли, естественно, на Epsilon'е Best of 3 в финале, как я понял. Уже 2-0 по картам. Какой был расклад, не ясно. Ну, в общем-то, я не думаю, конечно, что вот у них тут с Озом там и с братанами, с остальными жестко это будущее. Я считаю, что в этой команде есть реально вот Шокси, да. Ну, сейчас еще есть Мейдж, Рузи, да. Но вот Шокси, он, по-моему, очень-очень четкий тип. И единственная его проблема, как я понял, это отсутствие мотивации в каких-то моментах. Ладно, давайте смотреть 3D Max, ножи и Imaginary. Пока. О-страйкер чемпион. Ну и за защиту, наверное, будут начинать... А, они черкают. Черкают карты. Так, минус Мираж. Минус Трейн, как я понял. Минус Даст. No Даст. Типа, ребята, как это так? Как так мы Дедаст с вами играть не будем? Вы же на Дедасте там бегаете в аркаду на Зигу. Мы знаем, как вас убивать. Никаких Дедастов, короче. Сейчас будет война за пацифизм. Ну что, нюк или что? Инферно, друзья, будет карта до Инферно. СЕ, естественно, меня это радует. А вот
Майкл тут Мишель. Разминается. Потихоньку. Ну что, ждем смены карты, настройки худо, и наконец-то мы уже готовы начать. Наконец-то. Как я рад. Как я несказанно рад, что сейчас начнется эта заруба, и мы посмотрим этот матч наконец-таки. Конечно, да, неудобное время для Москвы, очень жесткое, там уже сейчас 12:30 ночи. Но тем не менее, если кто живет, люди, кто живет в московском времени, если вы сейчас с нами, вы смотрите трансляцию, вы следите за StarLadder'ом, за матчами StarLadder'а, у вас есть любимая команда. Я очень рад, что вы с нами, и респект вам просто огромный за то, что смотрите. Так. Слушайте, эти чуваки просто как дети. Вот они не могут сейчас разобраться с тем, что они хотят играть. Это жесть. Я вот думаю, знаете, надо по крышке, ну, как бы подарить такой балахон, знаете, смерти, короче. Такой черный-черный балахон смерти. И косу дать. Косу. Поставить ему это все на аватарку, короче, в скайпе, чтобы он писал командам, и они уже боялись. Ну что ж, залол такой. Go Inferno. Admin Inferno, please. Admin. Admin. Inferno. Inferno SE. Вообще первый раз будем видеть сейчас мы команду из Словакии, как бы, да, на этой карте. Ну, у французов с Inferno было в последние разы все хорошо. Опять же, там они играли в свой КС со скримом. Скрим там давал жару, вот с поляками там, с теми же, да. Чувак просто давил. Так, ну и тут, наверное, ножи не будут играть, или как? Или тут тоже сыграют ножи за сторону, чтобы вообще просто съесть все мозг. Ладно, гоу-гоу-гоу, я им напишу. Пишу еще раз гоу, просто напоминаю. Нервно и жестко. Найф, слэм. Е-е-е, найф, 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 найф. Напишем, что ножи. Ладно. Ну что, сейчас будет рестарт, друзья, и... ждем ножей. Вроде все на сервере. Как я понял, только вот PHP куда-то отлучился. Ну, посмотрите, какое привидение бегает. Вот Гвардину не терпится сыграть ножики. Шокси здесь, да, давай с АВП играть на вармапе. Стоять в пятнашке. Что делать? Так, change name to MG MHZ The Capitan. Так, интересно, MHZ будет координировать процессы. Он же NGN, друзья. Кто не в курсе, вот этот парень с ником MSHZAN The Capitan, это товарищ NGN, который в том самом роковом моменте остался вне поля зрения дяди Мити и устроил кровавольный минус 3, который, в принципе, решили исход игры. Один из моментов. Итак, ну что, рестарты, друзья, сейчас должны сыграть на ножах парни и выбрать, наконец-таки, сторону. Понеслась. Ножики. Итак, ну что, давайте смотреть, что же буду делать у нас товарищи из 3D Max сейчас, и что будет делать команда Imaginary. Погнали, Knife Round, смотрим. Не переживайте, за счет худо он сейчас будет пофикшен после Knife Round, чтобы по 100 раз его не менять. И, как видим, 3D Max вышли в жесткое такое наступление, решили обрезать просто французов. Ну, убили они мид, но остались еще вот эти вот два ребята, которых два чувачка, MHZ и Шокси, с которыми тоже, в принципе, здесь бесщадно обошлись. Ну и, как я понимаю, свап просят 3D Max, свап Teams, и мы ждем. Мы ждем, когда они перейдут. Рекорд, плиз. Еще и демку нужно записать. Так, ну что ж. Да, конечно, у нас такое неловкое ожидание получается. Слама-катроль. Ну, решили тут одни со мной пописаться, ладно. Так, все, у нас тут готов. Ну что, мы ждем Team Swap, друзья. 3D Max будут начинать за дефенс. За атаку будет начинать французская команда Imaginary. И это, в принципе, все очень-очень интересно. Но вот мне одно
Ном не приходит. Так, давайте посмотрим. 13-16. Поражение команде Alternate и поражение команде... Интересно, кстати, вот 3D Max все-таки они участвовали в первом Raid Call EMS One Spring Cup и проиграли на трейне 14-16 тоже немецкой команде. Видимо, у них проблема с трейном все-таки, при том, что парни-то вроде как-то без имени играют. И мне снова что-то пишут, я не понимаю, что. Так. Team Switch. Им нужно сделать Team Switch. Ура, разобрались мы, в общем-то, с этим моментом. Так я понял, теперь Team Switch, значит, нету такой команды. Раньше просто была, друзья, такая команда, которая автоматом свапала коллективы, а вот сейчас что-то такое происходит. Ладно, я в любом случае за спектаторов 3D Max заходят пока что за дефенс Imaginary, за атаку. Именно по такой схеме будут разворачиваться события, как я понимаю. Непонятно, почему французы решили атаковать. Эх, ну, посмотрим на мейджора, друзья. Это тот самый парень, который в 1.6 доставлял очень-очень красиво. Выступал, просят рестарты, и они будут боевые. Итак, вармап заканчивается через 2 секунды. Go! Итак, это лайв. Это лайв, друзья. Погнали. Imaginary начнут нападение, 3D Max защитить. Вообще, все слова были уже сказаны, и давайте просто насладимся сейчас процессом игры. Команды друг другу пожелали сейчас удачи. Я вижу молотов в исполнении Imaginary, и, по-моему, это что-то связанное с дугой сейчас будет, или непонятно. Так, давайте за ними, наверное, даже просто пролетим, посмотрим, кто куда разбежится. Так, второй мид уходит у нас двое, четверо уходит, второй мид, один остается в яме. Это чек под Б, пуша нету, защиты. Оскар агрессивно играет сразу с люльки, видит темный. Темный — это вот та штучка, где сейчас старина ОС находится, я называю это темным. Ну, там просто очень-очень темно и мрачно, что не видно иногда бывает врага. Но с люльки, тем не менее, можно выписать хедшот, но не всегда. Гвардиан. Агрессия на центре. Но он, по-моему, слушал уже полтора, слушал выход на полтора. От этого, естественно, граната полетела. 1:12 до конца раунда. В пистолетке идут продвижения на плент. Опять-таки от французов. Они готовят, как я понимаю, сплит. Но на коврах уступают Оскару. Удачная аркада в его исполнении. И численное преимущество на первых секундах. Дает он под себя еще один декой, как я понял, либо ему его набросили. Ну и Imaginary Gaming это, смотрите, нисколько не смущает, играя в меньшинстве. Они попытаются все равно совершить задуманное и занятием главки, наверное. Ну, занятием главки не ограничится, как я понимаю. Так, поменяли они тут что-то с чем-то. Смотрим на Оскара, ключевая позиция, падает дым. И... ох, сейчас двадцатки просто на него. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Imaginary! Как тут просто вывезло Оскару-то. Гвардиан с 15 по инфе великолепно просто отрабатывает в этом раунде. И Капи завершает начатое, забирая Шокса последнего. Давай выпустить с ковров. 1-0 в пользу 3D Max. Первый пистолетный раунд очень уверенно взят. Но скорее он здесь взят очень уверенно, лишь потому что французы сыграли крайне твердо, не развернулись. Хотя вариант был такой. Ну, видимо, им как-то, знаете, доставило. Именно доставило, что... Чуваки просто отстрелили первого, вот, и попытались, наверное, наказать сразу, на стрельбе не вышло. Так, два ФАМАСа по центру, и Imagine действует через трой мид, врыв на центр, здесь Капи, в звене с ним играет Оскар, как видим, Оскар белый отфлешен полностью, Капи успел уйти, но его все равно двадцатка злая догнала от Мейджора, и Imagine ворвались через 20, и пока что действует на пленте, подобрана бомба, будет установка, скорее всего, под прикрытием Мейджора. Ну, посмотрим, как пишет PHP. Сыграет и ловит сразу в пачку. 7 хп оставляет ему. Мейджор, великолепная реализация ФАМАСа. Ну вот он, 1.6 стиль, друзья. Просто сидишь, ждешь. Пацаны вылезают. Гвардиан минус мэш. И в итоге бомба упала на дефолте. Мейджор остается 1 в 2. Он понимает, что против него стоит ФАМАС. Он не знает, наверное, сейчас. О, я Гвардиан еще молотов от атаки подобрал. Это, ну, тут просто сейчас Мейджор гори будет. Или не будет? Не, не будет. Гвардиан просто с пистолета на стрейфе с плунта спокойненько отрабатывает этот момент. 2-0. 3D Max выглядят пока что уверенными. Выглядели, вернее, уверенными, пока вот этот эко-раунд от французов не дал, скажем так, парням разбавить свои пылкие чувства, полетав чуть-чуть в спектаторах. Ну что, надо выдохнуть. Ребятам, мы будем надеяться, что так оно и произошло, иначе... Оставшаяся часть игры нас будет только разочаровывать. Пока смотрим за Снейксом. И я тут в режиме утепления ему оставляю дым.
Я вот так и знал, что, ну, тут, по-моему, прагдакин, короче, говорят французы, и просто так играют снова с пистолетами, быстренько под апленд. Я-то думаю, почему Гвардиан убивает. Не, ну, понятно, он убивает, но что-то так-то он на первых секундах раскрылся. Странно, что Б не сыграли. По-моему, Б эти парни выходить умеют. Кстати, именно на SLTV Star Series в прошлых финалах Imaginary на лане раскрывались по полной. Но вы помните, что они приехали с одним стендином в лице Эйкера. Это тот самый первый человек, который в CSGO вступил в Рлон Клуб в официальном матче, сыграв с официальной статистикой за матч 0-17. Друзья, 0-17. Такой вот был у них кадр. Ну, как видим, он, по-моему, там в качестве стендина, наверное, в составе остался. Но на официальные матчи, тем более важные, с такими оппонентами, как 3D Max, брать не хочешь. Тем более, кстати, там еще вражда организации присутствует по-любому какая-то. Все-таки французская организация у 3D Max и у Imaginary тоже французская. Но у Imaginary там больше похоже, знаете, на такой стартап. То есть там даются деньги, но зарплат нет, как я, если я не ошибаюсь. Major минус Оскар отрезал аркаду. Ну, вот а-ля Капитан Карась пытался разыграть Оскар, но... Дефенс, кстати, будет, я думаю, похож на Virtus Pro. Я считаю, что в стиле игры между 3D Max и VP есть что-то общее. Ну, отчасти после чемпионата в Праге можно было сказать, что у VP потом появилось много общего с 3D Max, но сейчас они разыграли очень-очень похожий раунд от VP. Ос! О, Страйкер убивает на центре! Сколько у него фрагов? 1-3. 1-3. Ос Страйкер просто. Ос. И еще раз ос. Не, ну в онлайне он играет более-менее неплохо. Так, дым на 20-ку. Ну, как видим, стратежно достаточно заходит в последний момент. Гвардиан остается в коврах стоять. Но он понимает, что за ним сейчас просто выйдет. Он аккуратненько играет в аркаду, зная, что сейчас тут будет просто... Опс! МЖЗ. И подловил. Вместе со Снейксом в одну секунду практически отвалились. Ну, вот ответка на первую взятую пистолетку команды Imaginary. Это первый девайсный раунд. И французская команда пока на коне. У 3D Max, конечно, все сейчас по деньгам не так уж плохо. Они могут позволить себе еще раз купить. Но если этот раунд они уступают, то будет Карвалол, Крушиломай. Так, Гвардиан предпочитает остаться с Фамасом, как мы сейчас видели. Расстался с Фамасом, отдал кольт. Ну, допустим. Главное, на благое дело, чтобы это... чтобы все было четко. Так, так, ну вот, подсадка пошла. Интересно. Интересный такой кадр вообще. Не, ну подсадку с вами это уже видели много-много раз, просто она, по-моему, имбовая немножечко. Гвардиан еще играет на флеш. Ну тут Гвардиан может с этой позиции вообще флешек он туда на плент накидать, когда туда уже зашли. Ладно, что ж, давайте смотреть, что будет делать атака. Пока, как видим, два ковры, два второй мид, выход на полтора будет с коврами, как я понимаю. Была попытка прострелить Темку. Ну, Капи, как видим, занимает на дальней дистанции, поэтому ему от прострелов демейджа не светило никакого практически. И 3D Max на выжидании. Под Б, кстати, тишина. Вот уже можно было бы подозрительно отнестись к этому команде Imaginary, пытаться подойти под дугу. Я как понимаю, они это сейчас собираются делать. Ос начинает стягиваться. Аркада от PHP, но он не стал дальше влезать. Он, по-моему, понял, что там кто-то есть на бревнах, либо видел. И играет безопасную стяжку. И на фейк сейчас напоминают действия игроков Imaginary. Ну да, похоже на фейк, но вот они главку не успели занять, опять-таки, да, Оскар здесь остался стоять, Гвардиан вместе с ним, тут сейчас попытается мейджор открыться, а 4 игрока атаки уже штурмуют Б-плент, Страйкер в звене на размене, и с опен фрагом все-таки удается зайти, поэтому без потерь будут, наверное, работать до конца этого раунда французы, отрезают еще и Оскара, который попытался сыграть в поджим в спину, ну и все пока что очень твердо. Твердо уверенно. Ну, 3D Max это, естественно, сейф девайс. То есть на следующий денег нету. Но шансы побороться еще какие-то есть. Так что побороться в плане за раунды. За раунды, конечно. С экономикой ты здесь просто никак не поспоришь. То, что если у тебя денег нету, ты по-любому не купишь. Но вот за раунды бороться все-таки стоит. И девайсы сохранить самое, наверное, благоразумное действие. Terrorist win. Ну, еще PHP себе там плюс 150 прибил. Гвардиан, ой-ой-ой. Забрал еще и мейджора. Ну, и в итоге 3 в 2. Французская команда Imaginary пока что дает небольшой, скажем так, камбэк. Ну как, 3D Max показали на пистолетке, что могут. Побегали с девайсами. Imaginary сейчас показали на девайсном, что могут они. И вот что сейчас будет делать защита, пока до конца непонятно. Так, Оскар, Капи, игра через 20-ку. Гвардиан, 15 и... Звено с девайсом по-прежнему, вроде как я понял, остается. Вот я пытаюсь переключиться на Снейкса, чтобы понять, что у него. PHP с Фамасом.
взрывают ковры. Ну вот после серии прострелов можно попытаться сыграть внимательно. Ну вот Оскар занимает уже пост-прострел, да, посмотрите, Тёмку. Откинул гранаты, накидал всего. Главное, чтобы суппорт стоял в коврах. Его не спалили, но там, по-моему, мейджор уже собирается залетать. Да, флешка влетает в Оскара. Ну, его тут сразу просто изолируют. Одновременно идет выход со ступенек на коврах и падает Оскар на позиции. Ковры отдаются, апартаменты за атакой. Пошагово действуют пока что французы. ПХП минус МШЗ. Ну, а тут уже контратака пошла. Смотрим, УЗИ первый выходит. Ну, это финалка, по-моему, это финалка. Вышел удачно, но, к сожалению, решил... Ну, прочекал, пока чекал дефолт, и в итоге его тиммейты развалились на двадцатке. Нужно было здесь как-то ассистить. Пытается выстоять здесь за зилком. Сверху падает такой, приземляется его друг. Такой, ой, прости. Дым 20, флешка центр и УЗИ. Ну, УЗИ агрессивно очень действует. Ну, выцепляет первого. Забирается на X1 в 2. 14 секунд. 13 секунд остается. Бомба, кстати, как раз-таки на него лежит. Ее забирают. Граната и флеш. Смотрите, что делает УЗИ. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот он хотел рискнуть, видимо, под флеш ворваться. Забрать хотя бы одного. Но вот из-за дыма, конечно, здесь у него просто не получилось это сделать. 4-2. 3D Max закрывает пошаговую стратегию французской команды. И это, несомненно, хорошо для нас. Это будет зрелище. Так, ну тут, наверное, давайте посмотрим, что будет на Б сейчас происходить. Пока что пуш 3Б, наверное. Либо это какая-то разводка на аркаду. Нет, ну вот ПХП как бежал с гранатой, так и бежал. В итоге два отходят, а они там кинули две гранаты. Пролетел дым, третью кидать не стали. В итоге поняли, что у французов снова холд. Дуга не занимается, МШЗ играет у нас, как видим, от... Преимущественно от ямы играет на АВП. Оскар забирает УЗИ. Минус в коврах. Не было размена. Нет, был минус от мейджора. Пушить пытается гвардия, но не по тайминг. Французы готовы к таким поворотам событий. Вдвоем забрали дугу снова за себя. Выбили численное преимущество. И вот сейчас вся игра будет от капи складываться. Если он сможет здесь отвлечь на себя внимание и забрать мейджора, то французская атака может пошатнуться. Но вот самое главное... Успеть выйти в нужный момент. Как видим, выходит. Минус один есть, но на второй фраг уже выходить не будет. Забирает АК, моментально убегает в ковры, оставляя... Ну, не оставляя просто мейджору выбора, как просто понервничать, подергаться и выйти на 20. Открылся на 20, 20 пустая, топает 15. Мейджор это сейчас слышал, и, скорее всего, он понял, что это стяжка под Б. Ух, тут сейчас французы могут пройти 15. А 3D Max даже не поймут, что это произошло. И, как видим, да, выход 15, но вот мейджор не убивает. PHP его моментально... Уничтожает в ответку, остается красный. Но понятно, что Франция пытается выйти на пятнашку. Капи будет, естественно, играть в нычки до последнего. Ему тут вообще нельзя вылезать никуда. Ну, вот игрока на 20 запустил, но не суть важно. Главное, чтобы контактную ситуацию выиграл. Ну и как видим, сплит, в принципе, на такой достаточно интересный вышел у атаки. Вот, пожалуйста, минус 20-ка дождался на зилке. И в пленте увидел Ос-страйкера. Ну что ж, старина Ос 1 в 3. Кости старые, моторика пальцев не на левеле, но старается, поставил бомбу, минус ковры, отлично, агрессия на 15. Ну, тут надо было прятаться за ящиком, наверное, все же, но все равно бы забрали, все равно бы забрали, просто 2 сотых. Ну как 2, PHP не сотый, сотый был, но тут уже Snakes как щит выходил и PHP добивал. Ну что, 5-2, медленный раунд от французов с какой-то попыткой разворота под Б. Ух. Но не в их пользу. Не в их пользу. Неужели все-таки словаки решили потащить? Напомню, что сегодня мы смотрели уже один матч команды 3D Max, и они нам не показали практически. Не, ну как не показали? Они показали хорошую игру, такую стабильную на трейне, но трейн у них явно был не готов. Вот на этой карте происходят совсем другие вещи. Больше командных действий наблюдается, реально ощущается тимплей этих парней. Так, ну вот халявить пошел Гвардиан. И захалявило Страйкера сразу же. Ну вот ОС... На что рассчитывал? Ни на что не рассчитывал. Хаена полтора, очень эффективная, кстати, потому что там как раз-таки французы играют холд. Очень-очень медленно. Очень медленно. Вот я не узнаю Imaginary с последних лан-финалов. На последних лан-финалах там просто «Дайте мне калаш, дайте, я пойду, дам там три головы», но не получилось. Гвардиан, фазумчик. Как видим, УЗИ пытается дождаться капи на стрейфе, но тоже не попадает в голову. И это 6-2, уверенно. Без потерь. Без потерь против Эка сейчас будет бай от Imaginary. Смотрим сразу же у ребят. Респаун достаточно неплохой. Могут пробежаться под Б.
Просто я думаю, команда Imaginary быстрее возьмет раунд под Б, чем на. Ну, французы. Не идет им, на, заходите. Слишком тянут, слишком тянут. А, ну тут халява на халяву, наверное. Гвардиан в итоге меняет свою роль в этом матче и перестраивается под дугу. Играет в паре со Снейксом. А звено на А, Оскар Капи. Оскар Капи, ПХП по-прежнему агрессивный. Ну вот ПХП словил моменталку, сразу отошел. Атака все еще тусуется на втором медле. Ну вот, видимо, французы, знаете, ждут такого славянского дефенса жесткого, да? То, что пойдут в аркаду, на ковры. Но никто в итоге не вышел на ковры, просто поджали дугу. В итоге за счет поджима Гвардиан дал фраг, сразу же бежит суппортить Апланту. Ну, есть такой расклад, что... Французы двинут на А. Вот здесь МШЗ не знает то, что в упоре уже стоит Снейкс. И сейчас от Снейкса... Да, тут еще... тут вообще просто по красоте. Ну вот, сейчас если PHP умрет... PHP умрет, а Снейкс будет иметь терпение, то я так подозреваю... Опс, нет, ну здесь с чеком выходил. МШЗ внимательно сыграл, и французы упали. Просто упали на втором медле. В этот момент они пытались как бы открыться на аплент, их там тоже закрыли преимуществом. Ну это, конечно же, найс. 7-2 в пользу команды 3D Max. Еще раунд, первую половину ребята выиграют. А вот во второй... Во второй пора будет открывать тубы, шатать именно аппарат французам. Ну, по их инициативе вроде бы первая половина, так что пусть стараются. Гвардиан снова на халяву выходит у нас. Ну, на этот раз никто не хочет здесь раздвинуть булки, как видим. Хотя не, просто флеш дали на мид, подготовили главка. Да, главка готова, Гвардиана согнали, он сразу же убегает, уже просто чувствует, что может быть быстрый врыв. Капи будет закрывать в итоге эту позицию. Но французы, промчавшись по медлу, просто заняли второй. Узи действует с ковров. Люльку, кстати, тоже заняли. Капи. Забрал. Ай, какой молодец. Ну и выход двадцатка и лебединая песня на медле. В общем-то, сейчас здесь есть Капи. Оп, Капи проломили каску и в итоге забирается девайс. Есть девайс. Посмотрим, что с ним сделают. Оскар кладет просто МШЗ и PHP также расправляется на респауне. Ну вот в 1.6 таких стычек на респе не было. Здесь самое оно, самое оно. И Узи пытается реализовать девайс, но Снейк уже просто слишком бешеный. 8-2. По-моему, сейчас эту команду 3D Max начинает треть. Вот если французы не предпримут что-то, да, чтобы развернуть их экономику в худшую сторону, для этого что надо сделать? Правильно, да, взять 2 или 3 подряд. Но 2 подряд уж точно надо здесь брать в любом случае. Просто если не повернут, то, по-моему, 3D Max на такой же волне продолжит пушить. Как бы пуш под Б. Но пуш, кстати, был не такой, чтобы читаемый. Да, очень внимательно. Оставили Снейкса, Гвардиан сыграл тоже красиво. Так, тут сразу пошли, как видим, прострелы на случай того, что если кто-то будет пробегать в аркаду. Но аркада, она была! И аркада была спалена, как я понял. Оскара разобрали, пытается Капи здесь тоже выстоять, но совершает ошибку в паре с Узи. Шокси его забирает в этот... Ну и остается один Гвардиан на медле, который отрезает хелпу с Б, убирает МШЗ, и теперь уже ситуация совсем иная. Гвардиан просто палит Мейджора! Гвардиан, да ё-моё! Что творит этот чехословак? Не знаю, словак, в общем-то. Не чехословак, а словак. Ну, просто жесть. Просто жесть. Вот а такая ответка. Вот ребята дали минус 2. Но никто не вышел полтора, никто не закрыл центры. На коврах просто развалились. Пусть ковров, конечно, разыграли на ура. В итоге закрепились. До ситуации 2 в 2 вывели. Самое главное, обезвредили сейчас Владислава Коваца, он же Гвардиан. И попытаются... разыграть бомбу на Шоксе. Но вот то, что Шокси остался в таком моменте, это огромный плюс. Он очень жесткий, и, как видим, его жесткость сказалась сейчас на PHP. Снейкс 1 в 2. Ну, это такая ситуация, что даже в ней Острайкер должен убить, по-моему, французов. Хотя, судя по статистике, знаете, Острайкер, ну вот, стрейфится, прячется от Снейкса. Но Шокси здесь просто бомба на уровне стояла. Прямо на Шоксе просто. Вот ни дым не кинь, ни флеш не кинь, все равно видно, как ты стоишь, и чувак просто обыграл. 8-3. Ну что, первый, в принципе, рывок сделали сейчас Imaginary к тому, чтобы потихонечку сбавить обороты команды 3D Max по набору раундов. Осталось еще один, и... еще один, и это будут уже минус деньги. Ну, могут, конечно, рискнуть сыграть волю. Выбирают только классика расстановочку. Капи пытаются на этот раз подсадить. Подсаживает, как я понимаю, Гвардиан. Ой, Капи в балкон провалился. Ну, давай еще раз, давай. Подсадки от 3D Max. Да что ж ты какой, попасть не можешь. Все, попал. Попал, сел, будет сидеть.
Просто, походу, еще можно на эту доску встать, но между ними ты проваливаешься, как я понимаю. Ну и Капи тут особо сильно без стеснения сидит на этой подсадке. Французы снова замедлили свое нападение, как видим. Я считаю, это ошибочно. Не, ну вот просто до этого раунд был быстро сыгран, да? Как бы вот на 50-й секунде уже были ключевые фраги сделаны, был размен жесткий. Гвардиан там бегал, раздавал, но тем не менее вышли на ковры, подождали, убили, да? Но вот здесь вот ни к чему такое высиживание не приводит. Еще играют обратный уход, на главку даже решили не заходить. Будет стяжка под Б, опять же с медлом сыгранная. Ну вот какие-то там, да, поздние флешки залетают у нас на центр, как мы можем видеть. Но... на центр никто выходить не хотел. Фейк-граната 20-ка, одного все-таки будут выпускать. Капи прыгает и уже играет стяжку под Б-плент. Тут PHP весь в дыму. Так, с церкви флешечка. Отлично, развернулись снова французов. Те снова пытаются разыграть под А. Какие качели творят Imaginary, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я-то уж думал, там все, флеш пошла, Оскар будет принимать. Хотя, такой качели они практически врасплох застали словаков и пару чехов, естественно. И, как видим, 4 в 2. Ой-ой-ой, это опасно. Ну и PHP со Снейксом будут прятаться в церкви. Два такие голубка. Вообще, вот раньше так текстуры не менялись. Кстати, вот это вот вроде бы стеночка как-то простреливается, если я не ошибаюсь. По крайней мере, до этого простреливалась. Оскар тоже на приколе вот сюда дал две флешки. Интересно, конечно. Интересно, конечно, план Б. Здесь только всяких фишек, наверное, можно придумать, просто что слов не найдешь. Например, вот фишки команды в Эригеймс, когда вот сюда подсаживают чувака. Я не помню, ВГ играл, играли ли кто-то еще с ВП недавно. Разыгрывает еще один чувак в упоре, специально, ну, знает, что там находится Фокс, загоняет Фокса тупо в тупой, вот сюда вот, либо вот сюда. Ну и Фокс, короче, стрейфит сюда, вот здесь вот, типа, атака разводит на кафеле. Она стреляет, в итоге убивает Фокса в ВП, и все уходят, и тут, на, и выходит в пустой план. Вот это весело, ладно, 3D Max. Диглы в руки, Гвардиан берет, естественно, весло, и вообще... на Б он выглядит достаточно смертельно опасным. Ну, против него там тоже стоит авик. Ой-ой-ой-ой-ой, АВП начекала. Гвардиан, ну, Гвардиан тоже здесь не дурак, увидел врага, сразу же, естественно, туда полетели флешки, граната в Гвардиан, еще одна влетает. Он будет пытаться здесь до последнего, как я понимаю, выстоять, упор не убивает, флешка прострела от Шокси, без шансов для Гвардиана, прострелом получает в тело и сразу гибнет, пытается, как видим, Снейкс его разменять, и у 3D Max, по-моему, это такой тренд, да? Падаем вдвоем в начале раунда. Ну, Шокси попытался закрепиться под бета, ничем хорошим до него не закончилось. МСЗ! Ой-ой-ой, не разыгрался ВП. Там просто PHP, непредсказуемый, неповоротливый, непонятный вообще, какой чувак. А тут уже, смотрите, сюрприз такой пришел. Сюрприз! И Оскар зажимает, убирает дальнего, но упор не сшибает. 44 остается у мейджора, которого не видно вообще в этой половине. Давайте посмотрим, наверное, на статистику первой половины, как она выглядит. 3D Max, Guardian, 18 на 6, 5 MVP, 10 на 5, PHP. Оскар 10 на 9. И вот это 3 фраг лидера явно у команды 3D Max. А вот у французского коллектива О, Страйкер, 22 очка, 4 на 10, 9 на 10, Шокси, Мейджор 9 на 11, 2 вот воина уничтожающих. Ну, Шокси, по-моему, еще не проснулся, да и игра в атаке пока не клеилась. Ну, вот Найка они вывели, сейчас 3D Max, Гвардиан, без чека лево. Ну да, мы в Евросоюзе налево не смотрим, у нас все направо ездит. Капи забирает, как видим, Мейджора очень неуверенно, что тот уж, что тут, тот вообще лул словил. Такой лол. Оскар! Они решили поудивлять нас. Сейчас PHP будут выпускать. А, нет, PHP сам просто выйдет на Б. Чекнул дугу, дал инфу, что все на А. Ну все, Снейкс, будь готов. Твой звездный час видит здесь голову. И видит, вернее, АК, потом видит голову. И, естественно, расправляется со Страйкером. МСЗ, естественно, старается дать размен. Но вместе с Шокси, за счет Мэша и Шокси, справились. НГНщик хорош пока. 8-6. Ну и первая половина будет, скорее всего, сыграна с дефолт. С дефолтом таким счетом. 9 раундов, наверное, 3D Max заберут себе. Хотя французы могут и 8-7 сыграть. Эти парни такие, знаете, твердые. Ну, им нужно на самом деле очень много-много практиковаться. Вообще у них в стране из конкурентов то вроде бы уже экстенсив им конкуренции не составляют. Вот остались только в Эригеймс, как я понимаю. Ладно, давайте смотреть. Мы ж за N, так, за Capitan. Почекал мид.
И, ну вот, достоялся. Оскар наказал. Вот Оскар просто знал, что нужно посмотреть в этот момент туда. Хотя не ясно, почему дыма до сих пор не было на центре. Ну вот сейчас дым есть, но он уже по инициативе дефенса, естественно, там появился, чтобы атака не бегала, не занимала в упор, никто не ждал на голову. Предварительная изоляция, как видим, хэшками. Готовится флешка. А у французов, по-моему, будет под Б. Раунд все-таки сыгран. Ну, просто на центре заманцевали защиту, чтобы она там вся собралась, концентрировалась, добились своего. Сейчас попытаются под Б разыграть, но 3D Max такой расклад читает. PHP уже играет хелп, но слишком много дыма. AMG, Imaginary, так, PHP, ой-ой-ой-ой-ой, что делать-то просто? На буме принимает первого, второго, узел страйкер падает, бомбе уже некуда деться, Шокси последний, бомба лежит, Шокси в спину давит, PHP минус 3, это 9-6 в первой половине благодаря PHP. А французы видели, они кидали дым на кафель, они хотели пройти через церковь, и в итоге, когда стали выходить на хелп, тут такой PHP, о, привет, парни, нас здесь двое, ну что, ждем смены сторон, тут 20 секунд осталось, естественно. Нет, меньше, и все, стороны, сторонами поменялись. Ну что, Imaginary, 9 раундов, вернее, Imaginary 6 раундов взяли. Итак, ну что ж, смотрим. За пистолеткой второй половины. Что же будут делать у нас французы? Ну, неплохо сыграли 3D Max, но французская команда, конечно, тоже там пыталась какие-то мувы сделать. Нужные и ненужные. Так, дым-центр, мэш. Попытки принять. Ну вот ему захалявить так не получилось, как это получилось в первой пистолетке у 3D Max'ов. Но все равно Imaginary пока что стоят очень-очень твердо. Пачку ставят, Узи не давая обойти себя на коврах. И агрессивная игра на двадцатке сейчас будет наказана. Наказана, как видим. Не дали сыграть быстрый раунд словакам. В итоге это 9-7 в пользу 3D Max. Но это еще 2 эко. 2 эко надо сыграть сейчас 3D-шечком. Просто еще тема в том, что... Тема просто в том, что у 3D Max может быть раунд на бомбу какой-то подготовленный. Не, они, посмотрите, они решили просто скромно посидеть вот такой вот с компанией. Компанией в яме. Ну, раньше это яма, конечно, называлась. Защита, как видим, сейчас я даже не знаю, как это назвать. Яма не яма, но факт в том, что на яму похоже. Ну и сейчас, как мы видим, пытаются сыграть с дугой. Выходит втроем очень медленно. Французы, кстати, приготовились как раз-таки не к такому повороту событий, чтобы там, да, идти в аркаду, набивать там себе фраги. Просто решили в закрытом дефе подождать пистолетов, потому что пистолеты в любом случае, наверное, будут одни. Даже если бомба в этом раунде не встанет, я думаю, все-таки 3D Max закупится на Next, потому что деньги будут позволять. Да и карта, эта карта сама по себе позволяет покупать на третий раунд. Еще даже шанс, возможно, будет, что на ВП не попадут. Хотя, кто его знает. Ну что, прием на Б, Плентео, Страйкер. Ну вот, лучше за Шокси, наверное, посмотреть. Как видим, Шокси, Мейджор. Ну, а Страйкера, как по традиции, конечно же, сливают. Это супер, Шокси здесь пытался с Бизона отспрейться и набрал себе халявки. На минус 3, 9-8, нафармил нормально, смотрим, 5000, ну есть на ВП на самом деле у Imaginary. А так и закупается, как и чего и следовало, в принципе, ожидать. Ну, либо это будет четкий девайс на раунд. С продуманными какими-то элементами, либо просто попытаются потыкаться. Что к чему? Там у французов, между прочим, аркада центр и сразу просто! 3D Max великолепно! Пытались их застать врасплох. Снесли мейджора, снесли... снесли также моментально Нгаена, и ситуация 4 в 3. Вот теперь можно посидеть и подумать, что делать дальше, потому что французы потеряли свое преимущество. То, что они так перестраивались на мидл, они, видимо, ожидали девайсов, да, но они ожидали... того, что смогут застать. Хотя, если бы ожидали девайсов, сами покупали бы. Потому что, посмотрите, тут осталось 2 бизона, 1 кольт. А на медле у нас упали бизон. Бизон и просто тело. Бизон и просто тело. Не повезло. Не повезло Imaginary. Но 3D Max вообще великолепно разыграли. Я уже думал, что все, сейчас на меде будут 2 падать у атаки. Но стрельба не подвела парней в этот раз. И все получилось более-менее гладко. 3D Max занимает, как видим, главку. Проход 15. Ну, чек, естественно, самых каких-то там позиций в упоре. Узи мешает Гвардиану.
И это хорошо для Imaginary. При том, что Узи сейчас попытается помешать парням пройти на плен. Да-да-да-да-да-да-да. Шокси также наказывает. И Шокси просто... Да, вот это вот попил. Он просто взял из Библы и разобрался со всеми. Красава. 9-9. Несмотря на успешное начало в неочередном девайсном, который на воле хотели от Red Max сыграть, у них, как видим, не вышло. 9-9. Imaginary уже будут играть в набор в любом случае, потому что Глоки у 3D Max... Карта, конечно же, это больше похоже пока, ну, не знаю, на чью. Ну, можно сказать и так, что 3D Max на ней уверенно сыграли в первой половине. Этого, в принципе, вполне достаточно, чтобы понять, что парни не слабые. Так, Мейджор в попытке стреляться в этот момент, выход на Б, и тут, как видим, Шокси пытается сжимать по всем, но все-таки О-Страйкер делает минус 3. Так, надо это заскринить было. Так, черт, вот пропустил. Просто когда О-Страйкер делает минус 3, я обычно это скриню и отправляю ему. Это нормальный расклад. Подтраливаем. Мэждян. Так. С подсадочкой, наверное, сыграет. Не-не-не. Просто 15-3 укрепили. Ждут какого-то фаста. Да-да-да. Ждут фаст главки, по-моему, от 3D Max. Гвардиан лавка. Медленно играют его тиммейты через второй мидл. Все-таки без быстрых выпадов будут продолжать уже действовать. Но дефенс тоже весьма интересный, просто такие позиции в упоре, вот я даже не знаю, на что они рассчитывают. Ну, Мэждиан точно здесь убивать собирался, но никто быстрый выпад не сделал. Сейчас будут заниматься ковры Оскаром. Кайпи устраивает прострелы Маскарада. Тем временем Imaginary уже вчетвером на, и пока что 3D Max об этом даже не догадываются. Что самое интересное, именно... Так, ну вот тут, смотрите, попытка закрытого дефенса, но с выпадом, и выпад играет первый мейджор, минус один, минус два от мейджора, минус три от мейджора, как ловит просто под флеш тиммейтов, ну и минус четыре мог сейчас сдать, не закрыл, в итоге Оскар в ответку просто ставит такую плюшку Мэшу, и это 2-3. Мид по-прежнему за 3D Max, Оскар еще не отдал свою позицию, Шокси под Б, Узи А и О-Страйкер тоже А на 15, но он тут играет на звук с чеком, он боится то, что здесь на шифте попытаются пройти, выходит в поджимную инфу, наверное, дает информацию, что будет выходить, открывается, не убивает и со второй попытки все-таки дожимает по PHP, Оскар остается последним, вот надо было в таком случае пытаться играть отворот, либо что-то еще, еще и флешкой поддержал Оскара, подбодрил, Узи пропустил, Ос... Нет, все-таки за Узи минус ковров. 11-9. Ух, не зря мейджора взяли. Не хуже скрима. Но если кто не помнит, друзья, вы могли видеть того парня в национальных чемпионатах за сборную Франции много раз. Еще в CS 1.6. Этот парень поиграл за топовые команды французские, естественно, такие, как и Сахара. Это тот самый неловкий момент, когда Джо Миллер проспорил Торину или кому-то... А, Кармаку проспорил на то, что и Сахара выйдет с группы на чемпионате Европы. Они и не вышли. Короче, пришлось чуваку сидеть комментить голым. Не везет. Да, бывает и такое. Так, смотрим. Капи, центр, флешки на второй мид от дефенса. Ну, Капи тут просто отворачивается, чтобы случайно какая-то не залетела, но вряд ли кто-то будет играть выпад мид. Так, Гвардиан припрыгал его, забрал, и они дальше, как два братских кенгу, уходят на дугу. В этот момент Оскар занимает ковры. Ну, все по той же схеме делают 3D Max, только единственное, что вот под Б уже в упор сумели зайти. По таймингу раньше, обратите внимание, до этого слишком долго играли. Ну, давайте посмотрим. Да, Гвардиан дал знать, что он на дуге. Капи уже уходит обратно на, и все-таки будут, наверное, на сейчас... выходить, где их уже ждет товарищ НГН. И стягивается. Но Узи оставляет мид, пытается уйти от спрейца, его забирает Оскар. Отличная игра, 20 плюс мид. Занимает двадцатку. Бомба проходит 20, как видим. Ну и тут уже сейчас, наверное, все самое основное будет. Смотрим на мейджор, на пленте, видит ковры. Пытается стрелять очень точечно, не зажимает, не нервничает. Видит обход. Минус 2. И, ну что ж, будет минус 3 или нет. Все-таки Оскар здесь выдавил из мейджора вообще все соки. Но минус 2 свой мейджор сделал. Оскар у него, конечно, взял. Ну и сейчас посмотрим на попил на товарища. Он же Шокси. Единственный разговорчивый парижанин. Или француз, я не знаю, как так сказать. Как сказать правильно. Ну и у него удручающие расклады. Это сейф девайс. Отдача 10-го. Все-таки 3D Max будут бороться. Сегодня они еще одного поражения не хотят, как я понимаю. Напомню, что сегодня команда 3D Max уже сыграла матч с Alternate Attacks, с немецкой командой.
Они ему ступили 16-13, опять же, по своей глупости, скорее всего, и неподготовке карты до трейн. Но в целом выглядели более чем уверенными. Ну что, Шокси засейвил девайс, счет становится 11-10, и Мейджинери в небольшом преимуществе. Очень в небольшом преимуществе остаются. Вполне возможно, им сейчас придется... Очень-очень нелегко. Вот эмоционально, наверное... Тяжело сейчас будет вновь сесть на коня. Просто здесь уже и 3D Max чувствует, что они могут. И Imaginary понимает, что они могут. А вот 3D Max чувствует. Но нить к игре пока ни та, ни другая команда не потеряли. Все очень контактно. Заканчивается в упорной борьбе. Последние секунды раундов очень жесткие. Так, тут что-то Мэш передернуло. Гвардиан под Б. Капи центр. Повторяются с атакой 3D Max. Ну, 3 второй мид. Тут ничего особенного нету. С занятием ковров попытаются сыграть. Предварительно дают две флешки. Первая пошла, вторая пошла. Ну, первая дальняя на изоляцию. Так, чек нычки, в нычке пусто. Зашли, почекали 100%. Но там еще прострелы были предварительные, непонятно. Зачем? Потратили время. На 20 попытался вывалиться Оскар. Никого не нашел. А у Imaginary глубокий дефенс. В еще одном раунде. Но это ставит в тупик команду 3D Max, потому что они сыграли без размена на... Ну, вот шанс сейчас будет, наверное, убить Мейджора. Но он очень плотно так стоит, на самом деле. Ой-ой-ой, увидели Мейджора, и он прячется. В него пытается Оскар зажимать. Понимает, что безуспешно. Опа! Под зажим прям, под сладкий попал. Ну и Оскар сбривают. В этот момент команда 3D Max с разворотом пытается выйти Б. Заходит на капель. Вдвоем их пытается крыть. Шокси зажимает. Ай-яй-яй, на выпад в катушке. И забирает Гвардиан. Она на прямой дистанции в перестрелке. Снейкс ласт, и он в качестве... человека, за которым можно выехать с ножом, остался. Ну, все-таки 3D Max потеряли немножечко чувство игры, чувство ритма, скажем так. Ну, во-первых, их вообще, по-моему, их просто озадачил французский глубокий дефенс несколько раундов подряд. Помимо этого, также, скорее всего, парни просто думали, что... они качают дефенс. Но так-то они нифигашеньки и не прокачали. То есть при том, что французы реально ожидали там в последние 20 секунд, что это будет выход Б. Ну, все за счет того, что Мейджор убил мид, и там особого противодействия никакого, наверное, не было. Именно поэтому приняли решение, что надо принимать. Ну, сейчас пытаются фаст Б сыграть с одного АК. Игроки команды 3D Max открывает там неплохо по Шокси. Так, Острайкер под флеш выходит на скилле. Вторая. Уу, yeah! Come on! Come on, French teams, we want you! Орут сейчас французы. Ну, размениваются 2 в 2, и вот опасный момент от Капи. Может, сейчас он здесь, в принципе, французиков немножечко на место поставит. Забирает бомбу, меняет давай. 46 хп, нет армора. Есть также калаш у Снейкса. Снейк ставит PMHZ, Узи остается 1-1. Ну, какая пачка от Узи! В плент, просто в плент за этот гребаный бассейн, где бегают курицы и плавают рыбы. 13-10. 13-10. Вот последний минус, конечно, был вообще не в тему. Ну, тут можно сказать, что перехватили инициативу французы, и защита пока у них выглядит более стойкой. Ну, вот если бы 3D Max рискнули раскидать с двадцатки, там, зайти в плент, может быть, что-то получилось. Но все раскиды в CSGO, опять же, в начале раунда. Так, тут агромит от ПХП наказан, все, не, здесь 3D Max поломились. Тут уже можно клеймо не ставить, но, по-моему, поломились. Что-то как-то ПХП сыграл очень агрессивно. Шокси спокойно расправился с Гвардианом под Б. Нежданная ВП, так, моменталки. Двадцатка, которые съели Оскара полностью и весь экран белый. Мейджор. Ну, надо убивать. 15 в таких ситуациях. Снейкс минус. Отлично. Отлично выровнял немножко ситуацию, но надо все равно как-то 15 разыграть еще на один фраг минимум. И тогда уже можно там отойти, что-то подождать. Но тут в спину приходит Шокси, который просто с мидла застает врасплох. И Снейкс, и Оскар, которые пытались на главке там выхолодить против 20-15. Все-таки 3D Max'ом, по-моему, сегодня не судьба выиграть матч. Ну ничего, мы только смотрим за этой командой. И, кстати, я думаю, мы за ней сможем наблюдать на чемпионате в Вене. Они туда также поедут, тоже будут к нему готовиться. Это один из крупных ланов, который будет проходить, естественно, этой весной. Уже на следующей неделе, если я не ошибаюсь. И мы его, естественно, будем освещать для вас. Так, флешечка второй. Оскар, Снейкс. Ну, тут уже пошли дробовики в бой, понимают здесь 3D Max, что
Imaginary просто не упадут. Вообще, я думаю, 3D Max по силам расправится с EMG, но тут нужен The Dust второй, тут нужен нюк какой-то там, не знаю. Ну, то, что сильно наработанное, все-таки Best of One игра. Но, тем не менее, очки свои парни все еще могут набрать и выйти на лан. Я бы, например, очень сильно хотел увидеть 3D Max на лане. Уж импонирует эта команда зрителям, да и вообще... Молодые, но давят. На первом турнире вот в Праге ребята от eSports Helm, кстати, турнир. Я поэтому говорю на первом, потому что второй будет в Вене. Вот, такой добрый ланчик получился. Там показали себя на уровне. Ну, конечно, не смогли они там обойти явных фаворитов, но тем не менее. Ну вот, крик отчаяния, и Фокси остается 1-3. И, в общем-то, 14-11, как видим. 3D Max божьим чудом просто сейчас вырывают шанс. Такой шанс из лап французской команды. Есть просто вас, есть такой расклад, что они могут до счета 14-14 довести, но подряд надо брать 3, а это значит, что... Тут даже по факту первый, второй. Вот если сейчас берут, потом эко у защиты, и потом будет бай, и там уже будут разыгрывать, как бы, да, и решать, кому же достанется 15-й раунд. Ух, Корвалол сейчас, наверное, в крови у 3D Max и Imaginary. Так, граната... Постдым от Мэша на центр. Без... Ну, результата от него, как видим, никакого нету. 3D Max пытаются агрессивно играть дугу и медленно разыгрывать. Ну, как медленно, относительно медленно пытались разыграть. Они в коврах, но в итоге попали на мейджора и перекрытие вместе с Узи. Оставили красным Узи, но мейджор, выйдя из Т-шки, просто забрал двоих. Еще и бомба на нем осталась. Он, естественно, будет сейчас пытаться дать контроль. Там игрок атаки все еще пытается пройти под него, но все-таки... Ну, вот вторая флешка не зашла. Бомба осталась также лежать на коврах. Как видим, по ХП ее не пытался забирать. Ну, выждал немножко времени, забрал 3 в 5. 3 в 5. Баба-ягодка опять. Под Б минусов нет. Вот Гвардиан, если сыграет, то по-любому сейчас вся Словакия заулыбает за ним. Ну а после этой встречи мы будем смотреть встречу команды Imaginary против НИП. Именно вот там будет интересно, какая карта. Если нюк, то уделим внимание много НИПам. Если Инферно, то это будет борьба, и Imaginary могут там побиться. Ну здесь, как видим, с 3D Max... выбор закрытого дефенса в средних стадиях раунда был очень-очень верным у Imaginary, и это поставило их в тупик. Но все-таки, как видим, не хватило тут у 3D Max то ли морали, то ли воли, то ли знания соперника, чтобы в этом раунде попытать удачи. Но свои гордые 11 они забирают. Ну и Imaginary на матчпоинте. Эх, вторая половина все-таки оказалась скучнее, чем первая. В первой... Бравый Гвардиан, Гусар, его друзья, Снейк, Скапи, Оскар, PHP. Вот было видно, знаете, что ребята прямо как родные там, за свою родину. Убивают, стараются. И все вроде бы выходит, все получается. Но вторая половина не закончилась ничем интересным. По крайней мере, ну вот в последнем раунде Мейджор погиб у EMG. А это уже интересно. Это уже интересно, потому что в меньшинстве продолжать будет Imaginary в любом случае тяжело. А вот 3D Max... 3D Max, что, у них как раз в набор экономики. Они могли позволить себе сейчас выйти. То есть, если этот взять, то можно еще там как-то побороться. Ну ладно, здесь, как видим, на Шоксе уже будет играться выход Б. Он увидел две флешки, третья флешка, дым, и зажимает, пытается уйти. Ох, тридцатка мимо, Гвардиан его там отпылесосил. Божьим чудом там зажал Шокси в дым, уже пытался уходить в церковь. Ну вот, после двух флешек, по-моему, надо было уже сваливать, но он остался ждать, и 3D Max. Ну, за счет преимущества, естественно, играют вот так, что Гвардиан сразу встает на чек, ждет кого-то с перемычки. Но с перемычки, как видим, никого нету. И давайте, наверное, все-таки подведем итоги пока. Предварительный итог. Посмотрим по статистике. У Imaginary сейв трех девайсов, естественно, если они все три сейвят, у них будет бай. 3-7 есть у Мэша, это дроп, Шокси, бай и мейджор. Вот мейджору полетит, наверное, скорее всего, как раз-таки дроп от Мэша. Ну и статистика такая, что у Шокси 26 на 15, 25 на 22. Мейджор, Узи 17 на 14, 9 на 17. О, Страйкер, НГН 10 на 18, неудовлетворительно. Ну, то Страйкер 9 на 17, тоже не особо сыграл. Ну, а 3D Max, Оскар 21 на 20, 17-15, PHP, Гвардиан 21 на 17, 14 на 16, Снейк, Скайпи 13 на 19. Ну, и по очкам никто не вышел даже за 70 пока, даже за 60, что обычно мы видим в некоторых матчах. Шокси, Б, АВП, минус Гвардиан. Горячего. На горячем подловил парня, пытался тот под москвич пойти, подойти по-тихому, чтобы зачекать. Выпад с дуги. Выпад на дугу, вернее, если такого, таковой будет играться. Но не
получилось. Ну и 3D Max продолжит, наверное, свою схему. Занимаем ковры под гранату. Эту гранату, кстати, сейчас вся двадцатка слышала, а так вообще фигня. Туда одна флешка, и Узи пойдет крушить, ломать. Ну, как видим, не рискнул. Услышал он сейчас полтора, сразу же отошел. Там был топот. Дал флешку на мид. И смотрите, французы сразу перестраиваются в закрытый дефенс. Вот красавцы, да, услышали полтора. 50 секунд до конца раунда, что делать? Окей, прячемся. Но у 3D Max другие планы, на они не хотят идти, они делают мув на Б и будут выходить туда уже куча, и мы уделим внимание этому моменту. Тут закидали практически все, а ВП Шокси вообще не сработало. Пытаются пробить плен, то Страйкер делает только минус один, что для него достаточно стандартный расклад. А вот Шокс ВП так и не сыграл, как видим. Пытался сменить позицию, но и там был пойман Узи. Ой-ой-ой, опасно. Опс, но вот не догадывался он о том, что Снейк сможет стоять сразу слева на платформе. 13-15, 3D Max, еще один матчпоинт вытаскивают. И два раунда им нужно до ничьи, чтобы сыграть ничью с французами. А французской команде сейчас нужно не то, чтобы здесь выжить и выстоять, да. Этих парней после этого матча ждет настоящее испытание. Их ждет команда НИП и Швеции. И Гидрайт и компания уже, наверное, готовы заштопать всех и вся. Эко, господа, от Imaginary, ну вот так и складываются события, как я, в принципе, предполагал, что если взять, можно будет довести до результата 15-14 и попытаться все-таки как-то, ну, разойтись дружбой, знаете, тут не надо говорить, задать жару, там, раздать кому-то, да, просто здесь обе команды постарались, обе команды готовы были играть эту карту, это было видно, у 3D Max она, конечно, в атаке не столь эффективная, коль в защите, но в защите стрельба спасала не раз, особенно за счет Гвардиана и PHP. Это явно два таких фаворита. Так, ну давайте смотреть, выход на бэплэнд от 3D Max. Здесь опять вот Страйкер никаких, как видим, нежданчиков нам не принес. Там какой-то размен от Узи залетел, но он тоже... Хотя 3 в 3 и... Мэш, нет, не прочекал право, надо было. Шокси. Ну, Шокси никогда просто так не сдается. Всегда ждет до конца. Но все-таки накормили Гвардиана деньгами, хотя это не особо важно. 14-15, друзья. Ну и последний раунд. Последний раунд в этом матче. Ух. Сразу пробегусь для тех, кто только что присоединился и пришел на матч НИП. Скажу, что в этой встрече команда 3D Max очень уверенно сыграла в защите неуверенную. Показала уверенную атаку, но у французы были готовы и подстраивались. Именно подстраивались. Там при попытке выхода 3D Max на ребра какой-то жесткой агрессии там как бы... Французы просто убегали в плент в закрытый деф и выбивались от него уже на уровне. Но 3D Max ни разу не сыграли там 5А быстро, да? Они не сыграли 5А быстро, 5Б, например, быстро. Также не сыграли. Ну вот сейчас у них розыгрыш через 15, заходят с чеком нычки и попадают, естественно, сразу же здесь на НГИена, который ничем не смог помочь. И вот уверенные действия 3D Max. Но на прямой дистанции они против Узи остаются. И сейчас все решит момент. Узи минус Оскар. В него закинули гранату. Пытается убить 15. Хейлит очень жестко на него уходит в убор. Гвардиан убивает. О, Страйкер. 2 в 2. 2 в 2. Но это либо 15-15, либо 16-14. Все в руках Imaginary. Ос в паре. В звене Шокси остался. Шокси один из сильных стрелков французской CSGO сцены. И может зайти в 20 и забрать Гвардиана. А тот перестраивается под тюрьму. Вот хитер, бобер просто. Ну да, чекай меня давай, давай чекай, Гвардиан выходит, казнит из тюрьмы, проходит, идет, Капис Фунта отвлекает на себя внимание, ну его за последнего здесь просто забирают, 15-15, великолепная игра, ух, это действительно good game, хорошие эмоции, хороший матч от команды 3D Max из Словакии и хорошая, хорошая игра, естественно, от команды Imaginary Gaming, не смогли взять 16 раунд, ну и составы на ваших экранах, друзья, спасибо большое за... командам за столь красивую игру и за столь большое напряжение. Я думаю, между этими командами нечто принципиальное в дальнейших, далее по сезону будет предвидеться. И как можно быстрее Imaginary будут ждать мести от 3D Max, либо 3D Max будут жаждать обыграть Imaginary на лане. Друзья, самое интересное еще впереди. Матч команды NIP против команды Imaginary через несколько минут на ваших экранах. Никуда не уходим, буквально два рекламных ролика и короткий перерыв, и мы сразу же приступим просматривать последнюю встречу.
За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Оставь розетку мне. Мне надо срочно обновить свой блок. У меня заряда еще на несколько часов. Это же ультрабук. Все в порядке. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный ультрабук с ультраемкой батареей. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel.